Ты прекрасна. Прошу тебя, помни об этом каждый день и продолжай нести этот свет в мир с открытым сердцем. Не просто концерт, а мотивация для женщин быть собой, раскрывать свои таланты, верить в себя. В Театре музыки и шоу «Третий Рим» показали первый масштабный танцевальный проект с участием творческих коллективов студии танца «Dance Room». В каждом из нас это танцевальный шоу-концерт под руководством Кристины Бондаренко. Для каждого из нас в этой жизни нет ничего невозможного, если этого действительно захотеть. На сцене выступало 4 коллектива в таких стилях, как «High Heels», «Jazz Funk», «Hip-Hop» и «Experimental». Мне кажется, что все зрители были в восторге, как и все сами участники, потому что мы отдали всех себя, поделились полностью энергией. Главная задача – показать людям, что всевозможно танцевать – это здорово, и любой человек может научиться так двигаться и выражать себя через танцы. Выступления чередовались с роликами, где директор студии и участницы рассказывали свои истории и что для них значит быть в этом коллективе. Я получила все. Весь спектр эмоций от ужаса до невероятного восторга. Я очень благодарна Кристине, я благодарна всем девчонкам, которые прошли со мной путь, которые помогали мне, поддерживали. Крис большая молодец, что аккумулирует таких прекрасных людей возле себя. И сегодня был просто грандиозный, великолепный концерт, на котором мы показали все, что можем, на что мы способны, и это было просто великолепно. Мы кайфанули, получили энергетику от зала, показали все наши умения, силы, все, что мы делали последние 5 месяцев. Этот концерт собрал близких и друзей студии. Даже приехала из Якутии первая учительница танцев Кристины Бондаренко. Они не виделись с тех пор, как Кристина окончила школу. По приглашению ее папы, который, когда Кристина с малых лет у меня начала заниматься, был категорически против. Никак не хотел, чтобы она пошла в танцы. Он для нее прочил совсем другую область, ну, работы и будущего. Ну, видите, танец все равно победил. И Кристина теперь замечательный хореограф. Более 400 зрителей пришли посмотреть на танцевальные выступления. Для организаторов это только начало. Следующий концерт они планируют провести для 1000 человек. Мария Лихобабенко, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа.